Всех приветствую! Вы на канале Заработок в интернете, Black Market, и сегодня у нас 15 мая 2018 года. Я хочу рассказать про новенькую игру с выводом реальных денег, в которую я буду вкладывать сейчас деньги. Называется она Зверополис, полностью проект без баллов и кэшпоинтов. Работает всего 4 дня, пополнен здесь уже 286 рублей, выплачено только 40, и пользователь здесь 33. То есть игра потихонечку развивается, видим последнее пополнение, также последняя выплата, то есть проект платит, и последняя регистрация. Я вот здесь зарегался. Есть группа ВКонтакте, где вы можете посмотреть основные новости проекта, скрины других участников и написать меню в техподдержку. Давайте перейдем в мой аккаунт, проставить здесь регистрацию, вводите свой email, придумайте логин и пароль, нажимаем войти. Так, давайте сразу пополним баланс, нажимаем пополнить. Так, 100 рублей, одна монета равно 1 рублю, пополняем. Так, оплатить, выбираем рубли. Подтверждаем, перебрасывается на Spare, и мы сейчас оплатим покупку. Потом я буду покупать персонажа, который будет приносить мне прибыль. Так, все, я купил, в кабинет. Так, видим нам 200 рублей, то есть здесь бонус при первом пополнении имеется, что очень даже удобно. Так, выплачивать можно также на Payr. Есть ежедневный бонус, составляет он от 1 до 2 рублей. Получаем, так, получил 1.75. Есть различные конкурсы, можно также здесь побороться, конкурс партнеров и игры. Наперстки, три семерки, орел и решка. Играйте в мини-игры на монеты, то есть здесь можно выиграть монеты. Есть обмен, то есть можно обменять выводы на покупки и получить еще 10% сверху. Давайте приступим, как здесь зарабатывать. Заходим в персонажи, вот такие у нас есть персонажи. Всего их 6 штук. Чем дороже персонаж, тем больше прибыль приносит и быстрее окупается. При регистрации Блиц дается в подарок за стоимость 10 монет, то есть 10 рублей. Доход его 7,2 монеты в месяц, что очень даже круто. Потом заходите в Зверополис и здесь собираете эти все монеты. Распределяя здесь получается 70% на покупки и 30% на вывод. И потом эти уже монеты выводите на свой электронный кошелек, то есть на реальные деньги. Давайте приобретем персонажей. Так, 200 рублей у меня есть. Так, купим вот этих 4. Они будут мне приносить прибыль. Я буду выводить отсюда на свой кошелек. Это потом покажу. Также есть у каждого персонажа взломщик. То есть заходите в взломщик. У меня определенный уровень взломщика уже 1.3. И я могу открыть дверь и тем самым еще получить приз. То есть вот эти монетки. Давайте взломаем. Так, вы не взломали сундук, то есть у меня недостаточно пока что. Так что только проект. Давайте посмотрим новости. Постоянные здесь обновления. Так, конкурс фералов, так что успейте участвовать. Неплохие здесь призы. С 13.05 по 12.06. Игра новая. Регистрируйтесь, ссылка в описании будет. Всем удачи, всем профита!